адвокат Ugrin Sviatoslav Vladimirovich. В адвокатском бюро «Прикхотко и партнеры» я руководитель практики уголовного права и процесса. За годы практики я пришел к выводу, что стать подозреваемым или обвиняемым в уголовном производстве может каждый из нас, без исключения. И, к сожалению, на сегодняшний день это не зависит, виновны вы или нет. Это же касается статуса свидетеля или потерпевшего. Более того, статус свидетеля нередко меняется на статус подозреваемого. Причинами этого является правовая неосведомленность, ошибки при коммуникации с представителями правоохранительных органов. Я настоятельно рекомендую не вступать во взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами без участия адвоката. На сегодняшний день целесообразно иметь в телефонной книге контакты адвоката, с которым существует предварительная договоренность и заключен договор. Своевременное прибытие адвоката существенно повлияет на дальнейший ход событий, предупредит незаконные действия в отношении вас и предоставит возможность в будущем эффективно защитить ваши права. Рекомендую заручиться поддержкой и защитой адвокатов адвокатского бюро «Прикхотко и партнеры». Нашим клиентам мы предоставляем услуги защиты свидетеля, подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного расследования и судебного рассмотрения, снятие ареста с имущества, денежных средств и возврата изъятого имущества, обжалование действий или бездействий следователя или прокурора, защиты при проведении допроса других следственных действий, сопровождение обысков, выемок, освобождение из СИЗО и изменение меры пресечения, обжалование приговора и других решений суда. Не стоит рисковать. Своевременное привлечение адвоката решает дальнейший ход дела и прямо влияет на эффективность защиты ваших прав. Построение эффективной стратегии защиты в уголовном процессе требует теоретических знаний и практического опыта. Наша команда в полной мере обладает всем необходимым для вашей защиты. Среди нас специалисты с опытом работы в правоохранительных органах. То есть нам известна изнутри специфика работы правоохранительной системы. Мы готовы предоставить эффективную адвокатскую защиту подозреваемому и обвиняемому, представить интересы потерпевшему, а также оказать правовую помощь свидетелю. Звоните и приезжайте, мы предоставим вам необходимую защиту.